часто приходится приходить сюда на купеческий рынок за продуктами питания. И мне просто стыдно. Я очень люблю свой город. И мне стыдно за то, что происходит рядом с купеческим рынком. Вот это кольцо просто безобразное. С нарушением всех гигиенических норм и правил. Все эти СНИПы, все это нарушается. Торговля земли. Абсолютно нет никакой гигиены. Неужели просто нельзя перенести торговлю продуктами питания на купеческий рынок, где пустует очень много киосков, хорошо сделаны, утепленные киоски, где людям будет приятно торговать, приятно покупателям подходить, покупать этот товар, чтобы не смотреть вот на безобразие, которое вот сзади меня творится, где с капота машины продают это мясо с земли, по сути дела, где вместе с мясом продают венки, где вместе с мясом продают кур живых, в том числе и убитых, да, сено, корма животных, шкуры животных. Ну, просто стыдно перед гостями города, которые проезжают из Курска, Белгорода в Москву и видят все это безобразие. В ближайшее время здесь будут торговать одновременно елками. Перейти дорогу, вы можете посмотреть, какое движение насыщено. Это просто небезопасно. Неужели на этом месте нельзя разбить красивый сквер, парк, красивые дорожки сделать, посадить туи, ели, различные красивые растения? Вот это будут какие-то архитектурные формы. Вот это, я понимаю, будет красота. Вот это будет визитная карточка нашего любимого города Воронежа. Но так как сейчас существует, просто не должно существовать в принципе. Для кого-то строили, вот, пожалуйста, вам фермерскую ярмарку. Опять же, все это пустует. Зачем эти были вложены деньги? Вообще непонятно. Вот что я хотел бы сказать. И пожелать нашим властям любимым, от которых что-то зависит, которые могут что-то сделать, исправить сложившуюся ситуацию.